Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Ну, прибежала я с работы, у меня есть пару минут, которые я хотела бы посвятить вам. Дело в том, что я хочу дать некоторую информацию. Я, наверное, скорее всего, на несколько дней исчезну из эфира. И объясню почему. Дело в том, что через пару дней из аэропорта Ниццы я улетаю в Украину. Пробуду там несколько недель. Дело в том, что у моей мамы небольшие проблемы со здоровьем. И их нужно решить, чтобы, сами понимаете, не было больших проблем. И я думаю, что пару-тройку дней, естественно, я буду занята, и, сами понимаете, перелет и так далее, так далее, так далее. Так что, если несколько дней меня не будет, то не волнуйтесь, все в порядке, все хорошо, вы, как говорится, предупреждены. Дальше хочу дать небольшой анонс. Дело в том, что я очень надеюсь, что за период, который я проведу на Украине, я смогу встретиться с одной очень очаровательной девушкой, которая тоже, у нее есть свой влог на YouTube, свой канал. И я думаю, что мы встретимся и снимем совместное видео. Дело в том, что так получилось. Я живу во Франции, она живет в Америке, но мы из одного города. И думаю, что тоже получится очень интересный сюжет, интересное видео. И, ну вот, в принципе, и все. Не обессудьте за такой коротенький сюжет. Убегаю я дальше работать. И всем желаю прекрасных дней, прекрасного настроения, чтобы все у вас было хорошо и замечательно. Ну и до встречи на моем канале. Пока-пока.